Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. У нас очередной с вами обзор, дневной обзор 14.30. Если меня слышно и видите перед собой картинку, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Ну и, соответственно, будем начинать. Для тех, кто, возможно, у нас первый раз сегодня присутствует на нашем обзоре аналитическом, вкратце. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы, соответственно, прошлый торговый день. То есть у нас выходит два обзора с утра в 9.45 и дневной обзор 14.30. Вот, на утреннем обзоре мы рассматриваем прошлый торговый день с точки зрения выхода главной новостей, статистики, как она повлияла на наши инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главные события, а также как они могут повлиять на наши основные инструменты, рассматриваем возможность для точки входа и, соответственно, цели по нашим операциям. Ну и днем уже находим возможности, да, еще для рассмотрения точек входа и целей. Так, что у нас тут? Вижу плюсики стоят, значит, все слышно, пока вот Светлана говорит, слышно. Ну, тогда, если слышно и видно, начнем с вами с рассмотрения евро-доллара пары, текущей ситуации, что у нас произошло за то время, пока мы отсутствовали. Значит, пара евро-доллара у нас сейчас находится уже выше уровня 1.13. То есть наша цель, которую мы с утра отмечали, валютная пара евро-доллар прошла. Вот, была у меня открытая сделка, она у меня закрылась благополучно. Сейчас уже по пробитию уровня 1.13 я еще раз открыл сделку на покупку, ну, соответственно, с меньшим объемом. Пока, собственно, ну, там и в плюсе сделка была, сейчас пока в легком минусе. Буду ждать, смотреть, то есть цель у меня по сделке на покупку 1.13.94. Вот, в любом случае, пока у нас идет движение, эффект, собственно говоря, продолжается. Эффект от вчерашних новостей, да, от Федрезерва, ну и плюс сегодня неплохая статистика у нас вышла по индексу потребительских цен и по торговому балансу в еврозоне, конечно, что помогло также ускорить темп роста, да, то есть валютной пары евро-доллара. Так, вижу комментарии, какие-то точки входа пошли у вас лосевые. Не совсем понял, о чем вы и про что имели в виду. Потому что точки входа, которые были обозначены, то есть все есть. Нет, почему? Здесь, собственно, что касаемо лотности, да, то есть, ну, скажем так, я придерживаюсь своей определенной, скажем так, стратегии, ну, в зависимости, опять же, от типа счета, да, то есть кредитного плеча и размера депозита. Вот, у меня все, соответственно, в рамках риск-менеджмента идет. Ну и плюс, в основном, конечно, у меня, скажем так, сделки именно на средний срок. Вот, про фунта, ну, фунт сегодня поймал, собственно говоря. Здесь, ну, позиция у меня была, собственно, короткая, да, то есть стоп тоже короткий, ну и, собственно говоря, выбило меня по стопу. Через буквально 25 минут у нас выходят новости по фунту. Вот, посмотрим на движение. Ну, тут уже, собственно, если будет возможность, а такой возможности у меня, к сожалению, не будет поприсутствовать на этой новости, потому что буду занят, будет очередной семинар.
Вот, но уже по факту постараюсь дальше, если действительно пойдет разворот, как мы с вами с утра говорили, разворот вниз, давление на фунта, оттуда уже по факту после новости постараюсь действовать, вот, зайти в сделку. Вот, но пока, то есть, буду смотреть, ожидать. Так. Ну да, короткий, Светлана. Для кого-то, скажем, 15, 20, 30 пунктов это стоп очень большой, для кого-то это короткий. Светлана, если человек торгует внутри дня, да, то есть и, допустим, занимается скальпингом, да, или пипсовкой, для того, конечно, 30 пунктов стоп-лосс это очень огромный. Вот, кто работает и торгует в средний срок, да, для того 30 пунктов это считается короткий стоп-лосс. Вот. Поэтому у всех разные цели, да, у всех разные задачи. Вот, но, собственно, чем объединяется, да, скажем, есть одна общая задача, да, у всех трейдеров, это заработать, получить результат. Вот. А каким образом он будет это достигать, это уже у каждого по-разному. Да? То есть кто-то короткими сделками, да, там 10-20 сделок может в день делать, там помаленьку, потихоньку наскребать. Кто-то может там одной-двумя сделками, да, сделать там какой-то результат. Так, значит, давайте дальше. Что касаемо евро-доллара, то есть у нас ситуация в целом не меняется. По евро-доллару у нас по-прежнему идет восходящая тенденция, движение наверх. Сейчас мы находимся у уровня 1.13 ровно. Возможно, сейчас у нас будет ретест данного уровня и дальше уже посмотрим. Ну и плюс посмотрим через буквально вот 20 минут, да, то есть новости по фунту также могут повлиять и на евро-доллар, да, то есть все равно реакция будет, да, и динамика, соответственно, также по евро-доллару мы можем увидеть. Вот, поэтому будем смотреть, ожидать, буквально чуть-чуть осталось, и дальше оттуда уже, собственно, действовать, да, то есть если у нас евро продолжит, да, то есть уже на отскоке продолжит движение наверх, то есть отсюда можно будет уже короткие покупки вот, до цели 1.13.94 совершать. Далее, по фунту. Вот, фунт, собственно, у нас дошел до уровня 1.43.49, да, то есть кольнул этот уровень и, соответственно, цена вернулась в пределы диапазона. Соответственно, диапазон у нас верхний уровень 1.43.49, то есть это сопротивление на текущий момент и, соответственно, 1.42.75. То есть в этих пределах у нас идут движения с вами по валютной паре фунт-доллар, поэтому ожидаем новостей и уже дальше по факту действуем. Да, то есть сейчас мы видим вчера и сегодня неплохая коррекция, вот, и дальше уже посмотрим на движение и будем действовать уже в рамках технического анализа, да, то есть после выхода новостей. Канадец. Значит, канадец у нас сегодня, да, продолжает укрепляться. Сейчас мы дошли, собственно говоря, да, то есть утра мы рассматривали, у нас была цена в пределах уровня 1.3065, да, то есть сейчас мы дошли до границы 1.30, то есть здесь, собственно, прошли мы цель, достигли уровня 1.30 и сейчас цена консолидируется у данной границы. Вот, дальше, собственно, дальше мы ждем движения, да, то есть в любом случае, пока у нас небольшой флэт, небольшое затишье наблюдается, вот, и по возможному дальнейшему движению, да, соответственно, вниз, то есть ждем отскока от уровня 1.30 вниз, ну и цели у нас здесь есть 28.96. Следующая цель. Вот, пока
ничего не делаем, то есть вторая уже ближе к открытию Америки, то есть будем уже ориентироваться. Ну и параллельно также смотрим на рынок черного золота. Далее по Японии. Японская иена продолжает у нас укрепляться. Вот, то есть у меня с утра там открыта была позиция, до сих пор она у меня открыта. Чуть-чуть сегодня, собственно, цена не дошла до цели, до моей. Вот, по-прежнему жду. В общем-то, пока все складывается в пользу японской валюты, да, японской иены. Вот, то есть мы с вами с утра обсуждали, что главное, да, ну прежде всего для меня было, да, чтобы действовать по этой валютной паре, это выход из диапазона, да, то есть сегодня этот выход произошел, то есть граница 112.30 была пробита, вот, и, соответственно, я зашел сегодня в сделку на продажу и поставил как раз вблизи уровня 110.71 свой профит. Тут по-прежнему жду, то есть уже стоп-лосс переставил сначала в безубыток, потом, соответственно, поставил ниже, то есть сейчас у меня уже есть там в районе 30, наверное, пунктов гарантированный результат. То есть буду смотреть, ожидать и, возможно, уже в ближайшее время, то есть смогу закрыть сделку в плюсе. Дальше, собственно, нужно будет ждать уже сегодня, завтра дальнейших движений, да, то есть, ну и уровень прежде всего 10.71 будет уже дальнейшей возможностью, да, для нас именно по открытию сделки. То есть, если мы увидим пробитие данной цели, данного уровня, дальше, соответственно, у нас пойдут продажи по-прежнему, то есть пойдет у нас нисходящее движение и продажи до уровня 109.64. Вот. Также, если мы увидим разворот, да, то есть разворот опять же от уровня 110.71, вполне мы его можем увидеть, да, даже сегодня можем увидеть. Вот, отсюда уже можно будет думать о покупках, соответственно, пойдет коррекция, да, то есть, ну, я покупаю до цели 112.30. Вот, в общем, будем смотреть, ожидать. Вот пока, собственно, у нас на сегодняшний день именно приоритет был на продажу, да, то есть, и он остается по-прежнему, так как у нас иена по-прежнему укрепляется. Так, доллар-франк, вот, доллар-франк у нас также укрепляется, то есть у нас сегодня была статистика, все уже ее просмотрели, да, то есть ничего у нас не поменялось, вот иена скоро закроется, ничего не поменялось, все осталось на том же месте, на том же уровне, ну и соответственно франк у нас продолжает укрепляться. Да, то есть, опять же, на фоне того, что, собственно, идет слабость самого американского доллара, да, то есть давление на доллар оказывается, поэтому мы продолжаем двигаться вниз, собственно, и укрепление швейцарской валюты идет. Вот, сейчас, собственно говоря, мы прошли, да, уже прошли цель. На часе уровень 97, да, то есть 97.03, вот, идем ниже, ну и соответственно следующая у нас цель по движению, да, то есть уже укрепление швейцарской валюты, швейцарского франка 0.9586. Цель сюда, то есть, ну, пока потихоньку, помаленьку, действительно, то есть франк укрепляется, да, то есть и возможно дальше, да, пойдет на укрепление, то есть пока факторов для разворота, да, и движения наверх пока их нету, вот, ну, поэтому, собственно, будем ждать. Я, собственно говоря, скорее всего, через, наверное, ну, после уже выхода новостей,
по Британии, да, то есть уже по факту здесь посмотрю, если у нас продолжится движение, то есть здесь уже возможно зайду в продажи, если будет время, и соответственно с целью уже к уровню 0.9603, то есть к этому уровню поставлю себе цель take profit. Вот, поэтому будем смотреть. Ну вот, собственно, иена закрылась, получается. Так, далее австралиец. Значит, австралиец у нас сейчас находится во флете, то есть боковик. Ну, после такого движения, то сейчас пока идет консолидация. Вот. Каких-то операций совершать пока, ну, лучше не стоит, вот, потому что сейчас, ну, собственно говоря, опять же, фунт, да, то есть все думаю, в ожиданиях, большинство крупных участников, вот, и пока динамика, собственно говоря, динамика движения замедлилась, вот, будем смотреть дальше, ожидать, в принципе. Что касаемо данной валютной пары, да, то есть у нас, если смотреть общую картину, по-прежнему есть восходящий тренд среднесрочный, да, то есть с обновлением уже мы можем точно сказать, что обновлен был очередной среднесрочный максимум. И дальше будем ждать, собственно, ну, опять же, после обновления максимума, то есть нужно будет подождать, посмотреть коррекция, да, то есть коррекция навсегда есть, ее нужно ожидать, ну и стараться избегать эти коррекции, хотя, ну, порой очень сложно, да, именно вот выжидать эти коррекции, да, то есть и, соответственно, заходить уже, ну, скажем так, в лучшем состоянии, да, когда рынок идет только по тренду, да, там, если восходящий, то по растущему рынку зайти. Вот. Как правило, бывает иной раз, что и попадаешь в коррекцию, то есть от этого никуда не деться. Но очень важный момент — это уметь выжидать эти коррекции, да, то есть, ну, тем более те, кто торгует, собственно, средний срок, да, то есть, в принципе, есть возможность выжидать коррекции, вот, то, собственно, краткосрочные сделки заходят, да, то есть, и если человек попадает в коррекцию, ну, скорее всего, то есть, закрываются сделки именно по стоп-лоссу. Вот, поэтому будем смотреть. Так, здесь вопрос, почему качество видео плохое? Вот, ну, потому что сегодня условия такие, ну, технические условия, да, нам диктует то, что качество видео не совсем то, к которому мы с вами привыкли. Вот. Но завтра уже будет все нормально, все в порядке. Видео будет в лучшем качестве, уже получше. Поэтому, ну, сегодня вот так вот нужно будет потерпеть немного. Вот. Поэтому такие условия, в рамках этих условий мы с вами работаем. Так, далее по новозеландцу. Значит, новозеландец у нас так же, как австралиец, да, то есть в целом показывает рост. Обновили мы, собственно, максимум, да, то есть среднесрочный максимум. И сейчас у нас цена находится в диапазоне. В диапазоне, то есть между уровнем 0.6780, да, то есть и, соответственно, 0.6890. Значит, что касаемо возможных операций, да, то есть опять же сейчас пока ничего не делаем, ждем определенности, да, то есть если пойдет на разворот, что вполне возможно, да, скажем, на коррекцию, то есть ждем конца коррекции и уже по тренду, да, среднесрочному восходящему заходим. То есть что касаемо конца коррекции, да, то есть, ну, пока еще в принципе ее нету, этой коррекции, да, она еще не началась. Вот, ждем разворот. Разворотной точкой может быть как уровень 0.6780, да, так, соответственно, и низкий, да, то есть более такой, ну, скажем, серьезный уровень, как 0.6735.
Вот. Будем ждать и дальше уже на развороте думать о покупках, да, то есть в рамках нашего общего тренда, общего направления восходящего движения. Далее золото. Вот. Собственно, по золоту мы, когда с вами рассматривали ситуацию, да, то есть находились мы внутри узкого диапазона, то есть трендовая линия поддержки, да, то есть отскок у нас был сегодня, и, соответственно, ниже уровня 1263,52. Вот. После пробития сегодня как раз я зашел в покупку, соответственно, цель у меня цена 1275,19, то есть вблизи уровня 1277,03. То есть вблизи данной цели, то есть ожидаю, то есть пока, ну, небольшой плюс есть, золото у нас сегодня показывает рост, ну, опять же, как мы с вами с утра рассматривали, в рамках того, что есть давление на сам американский доллар, да, то есть, ну, и, соответственно, также растет у нас золото, и плюс растет у нас австралиец. Да, то есть австралиец растет. Ну и пока у нас тенденция, да, то есть рассматривать общее направление, да, то есть есть восходящее восстановление к восходящему тренду, да, движения, и здесь мы будем ожидать очередного максимума, да, который у нас будет выше уже, чем тот максимум, который у нас был образован 11 числа, да, то есть 11 марта у нас был максимум выше уровня как раз 1277,03. Вот, если мы зафиксируемся выше данного уровня, да, при этом образуем новый локальный максимум, который будет выше, да, то есть и он будет у нас в средний срок являться самым высоким, да, высокой точкой, высоким максимумом, то можем уже констатировать, да, факту, что тренд у нас продолжается, восходящее движение, и дальше, то есть настрой крупных участников, настрой крупных инвесторов, да, то есть в отношении золота, да, он именно позитивный. Вот, и дальше идут, собственно, у нас покупки, да, то есть, и опять же помогли, собственно говоря, да, то есть настроить крупных участников, да, в отношении золота прежде всего правильно настроить, да, то есть помогли нам ФРС, да, то есть которые понизили прогнозы по инфляции, да, то есть понизили прогнозы по ВВП, и, соответственно, было сокращение уже количества повышений, да, то есть процентных ставок, то есть с 4 до 2. Вот, поэтому, ну, дальше посмотрим, то есть со временем, я думаю, может быть, еще сократят, да, уже до одной попытки, да, повышения. Ну, пока посмотрим, то есть в начале года, собственно, темпы экономики США, да, то есть, ну, скажем так, были хуже ожиданий, вот, поэтому вполне можем увидеть что-то новое, какие-то комментарии, да, то есть уже на следующих заседаниях в апреле. Вот, посмотрим основной настрой. Но пока вот именно настрой крупных участников, да, то есть идет именно против, пока, да, против американской валюты. Вот, ну и золото у нас начало активно восстанавливаться. Далее у нас нефть, да, то есть нефть у нас мы видим идут движения, то есть сегодня мы образовали максимум, ну этот, соответственно, максимум у нас находился чуть ниже, чем то, что мы с вами рассматривали, да, то есть 8 числа был у нас сформирован локальный максимум. Вот сейчас пока цена пошла на коррекцию, опять вернулась внутри диапазона, мы находимся 40-50 и 40-97. Вот отсюда уже ждем, то есть если дальше мы пойдем расти, да, то есть пойдет разворот
разворотная тенденция наверх. Вот после этого, уже после пробития, собственно, уровня 40.97, можно будет думать о покупках. Вот, поэтому пока ждем, ожидаем, ничего не делаем. Далее, доллар-рубль. Вот, обратите внимание, мы с вами об этом говорили с утра, что будет очень хороший гэп вниз, он так и произошел, да, то есть открылись мы сразу же на уровне 69 и ушли вниз, сейчас, собственно, полный флэт, да, то есть пока ничего не делаем. Смотрим, обращаем внимание на рынок черного золота также параллельно. И если мы пойдем дальше вниз, то есть образован будет очередной минимум, который будет выше предыдущего, то, соответственно, можем думать о коротких продажах до цели 66-63. Вот движение. Ну и сейчас пока, собственно, во флете ничего не делаем, то есть пока неопределенная ситуация сохраняется. Так, ну что, вот такой вот обзор у нас с вами сегодня кратенький. Значит, основное, конечно, мы с вами с утра все рассмотрели. Вот сейчас у нас есть некоторые подтверждения наши, да, то есть наши цели некоторые оправдались. Вот, и будем смотреть дальше. Вот, буквально осталось 3 минуты до выхода новостей по фунту. Вот, хочу вам пожелать всем профита хорошего. Вот, постарайтесь поработать, заработать на фунте. Вот, ну и встречаемся уже завтра в 9:45 на утреннем нашем обзоре. Всего доброго и до новых встреч. Всем спасибо.